Что только этим летом подписчики со мной не делали. Управляли моим макияжем, собирали меня на свидание. Даже животные и другие блогеры делали мне макияж. Но сегодня будет самое странное видео из этой серии. Сегодня мои подписчики будут отправлять меня в путешествие. Буквально будут собирать мне чемодан. Проблема моя заключается в том, что я уезжаю сейчас в Европу, и в Европе безумная жара. Моя подруга, которая там живет, прислала мне на днях вот такое вот аудио. Давайте послушаем его вместе. Сегодня реально 37 градусов на улице, а в машине мы ехали, вообще было показано 38, ну короче, жесть просто. В общем, там очень-очень жарко. И я реально не знаю, что мне брать с собой. Поэтому сегодня предлагаю вам управлять моим чемоданом. Поехали. Чемодан. Так, вот и мой чемодан. Давайте вообще оценим, насколько нам нужно его заполнить. Так, ой, это что такое? Лучия? Ты чего тут сидишь в чемодане? А, я знаю, знаю. Понимаете, мне же нужно еще и косметику как бы собрать. А как вы знаете, мои животные, они просто эксперты в собирании косметики и макияжа. Поэтому Лучи нам будет помогать сегодня собирать аксессуары и косметику, да? Да. В самую первую очередь я буду выкладывать мою обувь. Первыми я кладу кеды и кладу их вот таким вот образом. Потом буду класть мои шлепки. Теперь сюда я буду класть мою черную поясную сумку. Кстати, именно в нее я также сейчас положу всякую мою косметику, типа солнечный крем, ну вот такие вот вещи. Теперь нужно будет определиться с одеждой. И настал, собственно, ваш черед. Кстати, чтобы все было честно, и вы действительно видели то, что я ношу эту одежду, которую вы мне выбрали, обязательно подпишитесь на мой инстаграм и следите за моими фотографиями и историями. Я обещаю, что буду каждый день постить фотки в этой одежде. Да, так что подпишитесь на мой инстаграм, если вы еще на него не подписаны, ссылка будет в описании. С собой вот эти вот шорты, смотрите, у них здесь желтые такие вот полосочки. Их я точно хочу взять, но не знаю, какой взять к ним верх. У меня есть два варианта. Обычная желтая футболка и вот такая вот сиреневая футболка с желтой окантовочкой букв. Вот, сейчас посмотрю, что вы мне скажете взять. Я, если честно, не имею фаворита в данном случае, поэтому буду рад любому вашему выбору. А это не те футболочки, которые выбирала Тилька? Нет, это не те, которые я только выбирала, это те, которые они выбирали в видео, когда они просто управляли моим днем. Но это тоже вот подписчики выбирали вот эту футболку, то они ее купили. Рядом с шортами буду класть свою белую сумку. Тут особо нечего выбирать, потому что это единственный вариант, который я хотела с собой взять. Надо выбрать, какие шорты я буду брать. Одни у меня вот такие, вторые вот такие. Более спортивные, типа 80-е. Я больше хочу, чтобы победили вот эти. Но что-то мне подсказывает, что победят вот эти. Ребят, помогите, пожалуйста, мне выбрать шорты. Вот эти или вот эти? Какие мне брать с собой в путешествие? Голосуйте. Кстати, посмотрите, вы выбрали именно те шорты, которые я больше хотела взять. Это прям для меня великая радость. Домашние шорты. Тут нечего выбирать, они просто нужны. Мне обязательно нужно выбрать одно какое-то платье, которое я с собой возьму. У меня их два. Да, у меня только два летних платья, которые я могу с собой взять. Это вот красненькое и вот это вот голубенькое. Подождите. Вот. Вот это голубенькое. Какое вам больше нравится? Мне, если честно, больше нравится красное, но я больше бы хотела взять с собой голубое. Но, как вы понимаете, решать не мне, а вам. Надо же, из платьев вы выбрали тоже то, которое я хотела больше. Была уверена, что красное вам понравится сильнее, но оказывается, вы в одном вкусе со мной. И голубое ваш фаворит, причем довольно большим отрывом. Очень клево. Еще у меня есть тоже два топа. Один совсем прям супер легкий, который я обычно ношу, когда мы летаем на какие-нибудь морские курорты. А с этим топом случился казус. Сейчас, когда я его гладила, у меня утюг на него какую-то хрень вылил. И, ну, такое себе развлечение. Я, конечно, понимаю, что это очень легко постирать и все такое. Но я предпочла, да, с чистой одеждой ехать, а не заниматься стиркой по приезду. Но решать вам, буду я свинисой или лисой. У вас было два варианта, отправить меня с Венисой или отправить меня Лисой, и вы выбрали отправить меня в чистоте. Теперь будем выбирать из белых футболок. У меня есть вот такая вот футболка. Кстати, вы знаете, я изначально покупала ее как домашнюю, но потом я решила, что для домашней она слишком крутая, и теперь ношу ее не как домашнюю. А самый фейл, знаете, в чем? В том, что мне ее Эвил в одном месте продырявил. Не знаю, будет вам видно или нет, но, короче, вот дырка. Это мой стиль. Б значит бомженька.
И вот второй вариант, вот такой вот. Ну, я думаю, вам всем этот бренд знаком, тут не стоит даже ничего лишнего говорить, так что просто выбираем. Уверена, вы выберете вот эту. Вы выбрали футболку Vans, и к ней тогда я, наверное, возьму даже свои сиреневые шортики, чтобы было с чем ее носить. Еще обязательно нужно выбрать какой-нибудь розовый топ. У меня их два. Этот вы могли видеть в моем видео про мое утро. Да, это тоже домашний топ, который в итоге стал не домашним, а очень даже повседневным. И вот такой вот топ, которому даже страшно сказать, сколько лет. Видите, вот это нитки. И дело в том, что этот топ у меня еще со времен, наверное, средней школы. И да, тогда я думала, что я куплю его на вырост, чтобы потом, когда вырасти, носить. Но я так и не выросла, а топ со мной остался. Кажется, вы отправляете меня в мои домашние майки в путешествие, ну ладно. И выбор, который сейчас мы делаем, это топ. Ох, я уверена, что победит розовый. Вот просто я уверена. Из топиков вы выбрали тоже, как я и считала, розовый, причем с довольно-таки большим отрывом, но, как я и говорила ранее, это было весьма ожидаемо. И из этих двух вариантов к моим джинсовым шортам с желтой полоской вы выбрали желтую футболочку. Вот она, сейчас положу. Я думаю, что самое время собрать мою косметичку. И пусть здесь мне уже поможет наша Люча. Кстати, вы же знаете, что у меня есть пэтс-канал «Лисины зверята». Обязательно подпишитесь на этот канал, у меня там выходят очень прикольные и смешные видео с моими домашними животными. Чемодан я хочу взять вот такую вот косметичку. Но проблема этой косметички в том, что я не могу взять слишком много своих вещей, потому что они просто сюда не вместятся. Поэтому смотрите, что я придумала. Сейчас я буду класть основные вещи, например, пудру, тональный крем, потом румяна, для бровейки карандашик, праймер под макияж и тушь. И, как вы понимаете, мне нужно сюда добрать еще какие-то помады и какие-то тени, но места совсем мало, поэтому я предлагаю выбрать мне самые необходимые помады и тени при помощи Лучи. Ну что, Лучи, ты готова мне выбрать комплект? Заново, сюда вкусняшку и сюда вкусняшку. Что ж, Лучи, иди выбирай. Ага, Лучи выбрал нам теплые оттенки. Что ж, не очень плохой выбор, хотя, если вы обратите внимание на состояние этой палетки, она практически новая. А вот это вот уже просто очень-очень-очень использованная, так что, думаю, вы понимаете, за какую палетку я голосовала. Ну что ж, Лучи, твой выбор сделан. Заново, бич. Чувствую, что я полечу с очень-очень-очень пустым чемоданом, потому что у меня, во-первых, реально нет просто одежды на это время года, а во-вторых, я бы даже не хотела, если честно, набивать свой чемодан под самую завязку, потому что я планирую накупить себе кучу одежды, и знаете, что планирую? Планирую также снять, возможно, хол и примерку, и показать вам одежду, и не только одежду, которую я накуплю и привезу с собой обратно. Поэтому, если вы хотите видео, где я покажу вам, чего я там накупила, то ставьте лайк на это видео. Так, смотрите, я не знаю, какие мне выбрать с собой очки. У меня есть любимые, это вот эти, и их я в любом случае беру с собой. Но я хочу взять еще какие-нибудь очки, правда не знаю какие, поэтому пусть Лучи сейчас выберет. Сейчас я положу к очкам вкусняшки, которые очень сильно любят Лучи, и то, каким очкам она подойдет впервые, именно те я и возьму с собой в путешествие. Все, Лучи, беги. Иди, где вкусняшка? О, кажется, мы берем розовые. Тебе вот эти нравятся, да? Обязательно напишите в комментах, вы летали куда-то этим летом или, может быть, полетите, а если никуда не летали или летали, но вам не понравилось, напишите, куда бы вы прям вот очень-очень-очень-очень-очень хотели, куда бы вы хотели попутешествовать. Собственно, спасибо вам за помощь, я это, правда, очень сильно ценю. Подписывайтесь на мой инстаграм, я вас там очень сильно жду. И подписывайтесь на мой этот канал, если ты посмотрел это видео до конца и еще не подписан, то лучше бы тебе подписаться. Тык. И еще раз всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Ну, короче, что носить? Я ношу шорты и свободные футболки, потому что это все продувается. 37 градусов на улице. А в машине мы ехали, вообще было показано 38. Ну, короче, жесть просто. Вот. Или, знаешь, такие свободные платья, но все, конечно, только натуральных, там, всяких хлопок, лен, потому что, ну, реально нереально. А на ногах я ношу шлёпанцы. Это самое важное было. Шлёпанцы. Босоножки не ношу, потому что, несмотря на то, что они мне не натирают, все равно из-за жары, знаешь, такая нога становится как бы влажная. Или как-то объяснить. И натираешь себе, короче.